Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня мы будем играть в игру «Элвин и Бурундуки катаются на скейтборде». Ура! Надеюсь, вы все смотрели этот интересный мультик. Да. Давайте приступим к игре. Так, стрелочками вверх-вниз можно передвигаться, да? А на пробел прыжок. На пробел прыгаем. Итак, кто будет играть? Саша будет играть первым. Давайте. Так, здесь, наверное, надо проехать как можно больше метров. 200 очков уже. 200 очков и 42 метра. Так. Плюшевый мишка Теодора. Итак, я прыгаю. Давай, ты сможешь, мы тебе верим. Прыгаю. Ой, ударился. Так. Так. Ой. Сразу два мишки. Так. Юп. Очки, нет, все-таки не смог. Йо-ху-ху, я прыгнул и кувырок. Ничего себе, какой кувырок. И круто. Уже посмотрите, классно, сколько мячков. 1650 очков. Так. Оп. И Элвин значок золотой. Ух ты, уже 200 метров. Да, так. Он далеко проехал. Интересный мультик этот. Да. Элвин и Бурундуки. Ну, какие там персонажи были? Элвин, Саймон, Теодор. Да, это бурундучки все? Да, бурундуки. Еще они есть. Говорящие бурундуки, да? Да, да, и еще говорят, есть Дэйв. Потому что у них опухло горло. Опухло горло? Да. И так они говорят? Имя. Угу. Ясно. Да. А, у меня одна жизнь. Мне надо быть осторожна, потому что у меня одна жизнь. Что-то мне кажется, там какие-то одни мишки сидят. Да. Почему ты мне одного дома забыл? О, Саша проиграл. Наконец-то 357 метров проехал. Теперь... Так, давай, Алина. Хорошо. Пробуй, твоя очередь. Ну, как начать игру? Вот. Ой, сюда. Вот. Так, ясно. Так, 357 метров у Саши было. Ой. Хап. Так, поехали. Сколько же Алина метров проедет? Ой, это трудно довольно ведь. Так. Ну, наверняка в жизни на скейте сложнее кататься. Ух ты, гораздо. Как она может. Хвостиком помахивает. Вау. Там. Элвин. Это Элвин? Да, это да, Элвин. Или это Саймон? Это Элвин. Саймон в очках и в синий. Это Элвин. Так, у Алины 125 метров проехала. И одна жизнь. Довольно трудно ехать. Да? Да. Ну, наверное, здесь надо наловчиться. Да. Саша, вон как далеко проехал. Ой, о, я вот Алина, 100... 200 метров Алина проехала. Немного так, меньше. Так, сейчас я попробую. У Саши было 357, да, по-моему? Да. Если ты заработаешь меньше 200 метров, так. Я за... На какие кнопки нажимать? Вверх-вниз? Ой-ой-ой. Уже для жизни осталось это. Ой-ой-ой. Так вот прыгай, да? Да. Ты гитару Элвин, не взял. Элвин, прыгай, Элвин. А гитара зачем? Это очки дополнительные. Так. Вот, ребята, я уже умею ездить. Я Элвин. Я и... Элвин всемогущий. Еще Элвин. Смотрите, какая у меня скорость. Да. Круто. Еще Элвин, Саймон. Ой-ой-ой. У меня одна жизнь осталась. Ой-ой-ой, кепочка какая-то интересная. Оп, собрал. Что она дает? Очки. Дополнительные очки. 200 метров. Я уже обогнал Алинку. Ура! Давай. Ой. Ой-ой-ой. О, все, да? Сколько? 239. Я выиграл. Да, Сашка победил. Ну, мне понравилась игра, вам? Мне тоже. Мне очень понравилась. Здорово. Будем играть в нее еще? Да. Да. Класс. Тогда прощаемся. Ребята, всем пока. Да. Подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайки. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.